Нассальниковские чтения в 19-й раз собрала любителей творчества межпоселенческая библиотека, Центральная детская библиотека имени Сальникова в станице Северской. Мероприятие для поэтов, уже известных или только начинающих, писателей и всех, кто любит и причастен к творчеству и искусству. Посвящено оно памяти писателя, общественного деятеля Юрия Сальникова. Каждый раз сальниковские чтения посещают множество почетных гостей. Среди них сегодня известный поэт из кубанской столицы, член Союза писателей России Владимир Архипов, прозаик, публицист, социолог, доктор исторических наук, член Союза писателей России Айтеч Хагуров, заслуженный работник культуры Кубани Валерий Опец. В рамках мероприятия свои собственные, а также произведения Юрия Сальникова исполнили юные поэты, работники детской библиотеки и талантливые студенты Краснодарского краевого колледжа культуры. Порадовали зрителей прекрасными театрализованными миниатюрами. Постановка «Суровая нежность» в исполнении учащихся колледжа не оставила равнодушным никого. В рамках сальниковских чтений наградили победителей и призеров литературно-творческого конкурса «Робкой музы вдохновения», который проходил в межпоселенческой библиотеке. Победители всех номинаций получили не только дипломы и грамоты лауреатов, но и денежные премии –